Se io piace in preteria de fucia de la vdia. А вы, ваша, Господи, ви преклоните. Со пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Це серце України, Київської Русі. Тут дуже велика духовність. Можна набратися духовності. Іменно для душі, для православних християн. І ми приїхали з дитиною на це свято. І з татом. Тато в мене священник, чоловік теж священник. Ми дуже маємо велику благодать, милость Божу, що ми сюди попали на це свято. Приїхали здалека. Щоб, хоч ти й далеко, але ж їхали, щоб це все побачити, щоб це все почувствувати. І благодаттю Божу, щоб зійшла на всіх людей, щоб було всім здоров'я, і щоб було мир між конфесіями в усіх, а то дуже таки багато цього розколу всякого. І хочеться, щоб все було єдине, щоб молилися всі гарно. І хай Господь, благодать Господня зійде на всіх людей. Мы все собраны воедино силой Божией, как единая святая соборная и апостольская церковь. Что же является основанием нашего единства? Почему несмотря на самые что ни на есть трудные условия исторического бытия, мы все вместе, все православные церкви? Потому что в основании нашего бытия краеугольный камень, который есть Господь наш Иисус Христос. Именно поэтому и сказано в Слове Божьем: «Созижду церковь мою, и врата ада не одолею». Не одолеют, потому что в основе церкви не человеческая мудрость, не человеческая власть, не человеческая сила, а сила Божия. Но эта Божья сила никогда практически не реализуется в человеческой силе. Потому и сказал Господь, что сила моя в немощи совершается. И вся история христианства на Руси показывает эту нашу человеческую немощь. Но если бы только мы были основанием того здания, которое построил Христос. Разве удержалось бы это здание под напором различного рода политических, национальных, культурных факторов и, в частности, под огромными влияниями извне, которые в течение столетий работали на то, чтобы подорвать единство Церкви нашей и ослабить ее свидетельство? Краеугольный камень Христос в основе нашего церковного бытия и в основе нашей жизни. А как же прийти к этому камню? Как приложиться к нему? Как войти в Божье Царство, которое Христос нам проповедовал? И сегодняшнее евангельское чтение отвечает на этот вопрос. «Я есть дверь, говорит Господь. И кто мною войдет, тот спасется. Нет другой двери ко спасению». И это подтверждается еще другими словами из Евангелия. «Я есть путь и истина и жизнь».
Мы, православные христиане 21 века, испытывая на себя колоссальные воздействия иных мыслей, иных философий, иного понимания жизни, и в частности того, который не признает никакой объективной истины, но который связывает истину с человеческим произволением. А потому и говорят, сколько умов, столько и истин, у каждого своя правда. Вот эта разрушительная философская идея, которая сегодня предлагается всей человеческой цивилизации, ложно обосновываясь свободой личности, приводит к тому, что истина исчезает, она минимизируется. Ее не разглядеть среди прочих точек зрения, а ведь на это и направлена борьба с церковью, чтобы не видно было пути истины и жизни. Но мы сегодня свидетельствуем нашу верность Христу. Мы через Него входим в общение с Триединым Богом, в Царствие Божие. Мы на Нем основываем, как на краеугольном камне, свое бытие. Мы помним, верим и исповедуем, что Он есть путь и истина и жизнь. Не просто сегодня исповедовать эту евангельскую истину. В некоторых местах и в некоторых странах даже возникает убеждение, что если тот, кто настаивает на том, что он владеет истиной, должен быть наказан. Он должен принять истины других людей и согласиться с этими лжеистинами, даже если они принадлежат меньшинствам, но если они через закон включаются в жизнь общества и государства. И если кто-то, ссылаясь на истину Христову, отвергает эти лжеистины, то уже сегодня есть страны, где такие люди преследуются по закону. Мы верим, что Иисус, родившийся от Девы Марии, есть Господь и Спаситель, и нет другого Спасителя. Он один, а потому Он есть путь и истина и жизнь. И мы провозглашаем эту нашу веру, не стесняясь и никого не боясь, как говорит о том святой Иоанн Златоуст в своем огласительном слове в день Пасхи. Совершенно очевидно, что Церковь, помимо того, что она является божественным организмом, в силу того, что она существует в истории, существует среди людей, она имеет эту человеческую природу так же, как человеческую природу имел Господь Иисус Христос. И эта человеческая природа уязвима, как была уязвима человеческая природа Спасителя. Ведь Его избивали, над Ним надругались, Его пригвоздили ко кресту. Он явил нам немощь человеческой природы. И Церковь несет на себе эти раны Христа, эту слабость человеческой природы. И мы являемся свидетелем множества последствий этой слабости и этой человеческой греховности. И для нас сегодня, может быть, наиболее актуален грех раскола, разделения, когда люди, мотивируя свои поступки политическими или национальными интересами, разрушают единое тело Церкви. Но никогда никому не дано разрушить краеугольный камень, как никогда и никому не дано разрушить невидимое,
тело церкви, которое есть тело самого Христа Спасителя. И сегодня, совершая божественную литургию с предстоятелями и представителями всех поместных православных церквей, мы исповедуем веру в единую, святую, соборную апостольскую церковь, фундаментом которого является Христос, которая способна преодолеть и сегодня, как она преодолела в прошлом, расколы, разделения, ереси, соблазны. Потому что церковь есть место спасения. И как бы ни бушевало вокруг нас житейское море греха, мы спасаемся на этом острове свободы, на этом острове спасения, именуемом Церковью Христовой. Я приношу великую благодарность всем святейшим и блаженнейшим патриархам, блаженнейшим предстоятелям поместных церквей, высокопреосвященным представителям поместных церквей, которые вместе с нами разделяют это великое торжество в Москве, в Киеве и, по милости Божией, завтра в Минске. Мы не просто сегодня совершили вместе эту вселенскую литургию. Мы ведь сегодня крепко молились о всей православной церкви, о ее единстве, чтобы никакие человеческие соблазны, ни гордость, ни внушаемость извне, ни слабость человеческого духа не способны были разрушить наше единство. И верим, что этого никогда не произойдет, потому что церковь создана самим Христом на Его краеугольном камне. Я хотел бы выразить благодарность блаженнейшему владыке митрополиту Владимиру за его мужественное и мудрое служение Церкви Христовой на земле украинской. Мы сохраняем единство нашей поместной русской православной церкви, той самой церкви, которая вышла из киевской купели крещения, той самой церкви, которая поддерживается преподобными отцами, мощи которых почивают здесь, в Киево-Печерской лавре, той церкви, славу которой прозрел святой апостол Андрей здесь, на Киевских холмах. Я благодарю вас, вашего блаженства, епископат нашей церкви на Украине и весь народ, который, несмотря на соблазны и давление, сохраняет единство святой, единой, соборной и апостольской церкви, пребывающей здесь, на украинской земле. Я хотел бы выразить благодарность президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу, властям Украины, представителям общественности за ту замечательную организацию праздника, которая привела к этому торжеству. Дай Бог, чтобы всегда мирно, на основе взаимопонимания, невмешательства в дела друг друга, осуществлялось взаимодействие церкви и государства не только на всех просторах исторической Руси, но и во всем православном мире. Я сердечно благодарю еще раз всех вас, мои дорогие, святейшие и блаженнейшие патриархи, митрополиты и архиепископы, за то, что вы с такой радостью, с такой легкостью, с таким прекрасным настроением приехали на нашу землю и вместе с нами, и благочестивым народом нашим разделили праздник 1025-летия крещения Руси и тот опыт соборной, всеправославной молитвы, который мы пережили в эти дни, пусть укрепляет и наше всеправославное единство, дабы Церковь православная не была преодолима никакими внешними обстоятельствами, даже самыми суровыми, как мы знаем сегодня о том,
из происходящего на Ближнем Востоке. Пусть Господь хранит нас, пусть покров Пречистой Царицы Небесной простирается над всеми нами, сохраняя наше единство, которое только и может быть единством и залогом единства всего рода человеческого. Аминь. С праздником поздравляю. А сейчас я попросил бы блаженнейшего патриарха Феофила, святаго Града Иерусалима и всея Палестины обратиться со словом. Dear brother in Christ and co-celebrant Mr. Kirill, in this patriarchal divine... Мы имеем честь быть здесь, и мы благодарим вас, ваше святейшество, дабы они, видя ваши добрые дела, воздали славу Отцу вашему на небесах. Shown from Mount Sinai, when God gave the law to Moses, when the King of Glory was lifted up on the cross, that continues to bring hope to people all over the world. Это тот свет, который воодушевлял первых миссионеров, которые пришли на эти земли, которая благородная византийская традиция дала церкви этих земель. И народы этих земель претерпели за прошедшие столетия. Господь наш является тем, the Orthodox Church has a God-given apostolic mission. И святой Владимир, и многие святые, чьих мощи почивает здесь, в этой святой лавре, молятся за нас, чтобы мы могли ходить по стопам их, как верные наследники. Спасибо вам за молитву, как всегда. Искренне добрые, после которых хочется жить и творить. Спасибо вам за ваши добрые отношения к части вашей церкви. За подсказку всегда любви искать, и только в любви, любое терпение. Терпение, спасение, чтобы народ мог потешиться, что есть источник несохранный, который заботится о человеках своих. Спасибо всем верующим и всем паломникам, которые спешат сюда на поклонение святыням, исповедуя имя Женоначальной Троицы, наследуя пример истинного покаяния. Мы все молились сегодня за вас. Мы желаем вам долгих лет жизни, крепости сил, помощи Божией в исполнении вашего не такого непростого служения по собиранию чад Украинской Православной Церкви, по объединению всех, по умерению человеческих сердец. И в память о сегодняшнем дне и в связи с вашим Днем Ангела я хотел бы преподнести вам вот этот крест и две панагии как выражение моей любви и признательности вам за ваше служение Церкви Христовой здесь, на Киевских холмах. А также прошу принять посох и малое облачение, память о совместном праздновании 1025-летия крещения Руси. Еще раз хотел бы поблагодарить всех вас, дорогие святейшие, высокоблаженнейшие, высокопреосвященные и преосвященные владыки, и вас всех, мои дорогие отцы, братья и сестры, за совместную молитву. Пусть Господь силой своей укрепит нашу веру, а через веру надежду и непоколебимую любовь. С праздником поздравляю вас! Господи! Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху, Московскому и всея Руси, Господину и Отцу нашему, Блаженнейшему Владимиру, митрополиту Киевскому и всея Украины, Yes.
первосвященным митрополитом, архиепископом и епископом, богохранимым странам нашим, властям, воинству и народам их, всему освященному собору, всем сде предстоящим и молящимся, и всем православным христианам, внукам и вольное и невольное.